Тверь с советских времен была крупным полиграфическим центром. В городе работали аж два комбината по выпуску литературы для детей и взрослых. Надо сказать, что даже в те далекие времена значительная часть печатного оборудования была импортного производства. Сегодня эта доля еще выше, и в связи с санкциями против России многие отечественные типографии все чаще стали сталкиваться с нехваткой оборудования и запасных частей. Это может привести к снижению объемов выпуска печатной продукции. Напомним, что абсолютное большинство станков и машин в данной отрасли Россию поставляли производители из Европы, Северной Америки и Японии. Теперь же они отказались от поставок. Параллельный импорт наладить довольно сложно, так как речь идет о высокотехнологичной продукции, когда каждая комплектующая имеет свой номер и несложно вычислить, в какую страну ее везут. Типографское оборудование из Индии и Китая отстает с точки зрения технологий. Кроме того, в этих странах производят не все виды типографских машин. Поэтому на первых порах предприятиям придется, по примеру авиакомпании, разбирать уже списанные станки на запчасти.